Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр. Как давно я не говорил эту фразу, да. И в связи с новогодними праздниками я решил все-таки записать маленькое поздравление для тех, кто все-таки ждет и надеется, что я вернусь к YouTube деятельности. Да, я к ней вернусь. Не знаю, когда, если честно, но вернусь, обязательно вернусь. Это будут и стримы, и если честно, по большей части я хочу вернуться к видео. Снимать видео, делать серии и так далее. Как это будет, когда, я сейчас вам не могу сказать, не могу ответить, потому что, назовем это так, творческий кризис делает свое дело. Я просто не знаю, что мне делать. А точнее как. Вот, поэтому рано или поздно я займусь YouTube каналом. При любом раскладе я обязательно вам всем сообщу, что я собрался делать. Ну и закончив с новостями моего канала, наконец-то можно поздравить вас всех с новым 2020-м. Почти наступившим годом. Ну, смотря, конечно, когда вы это смотрите. Ну и хотелось бы, конечно, пожелать вам удачи и здоровья, ведь все остальное это лишь образующееся из этих двух вещей. С Новым годом!